Интернет-афериста задержали полицейские Шымкента. Сотрудники Киберпула департамента полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Туркестанской области, который путем обмана завладел денежными средствами горожанина. Злоумышленник, скачав с интернета общедоступные фотографии автомашины Lexus LX600, разместил на специальном сайте объявление о ее продаже. Позвонившему потенциальному покупателю, он уверенным голосом сообщил, что желающих купить внедорожник много, и добавил, если тот хочет, чтобы машина досталась ему, то должен сделать частичную предоплату. Поверив на слово аферисту, мужчина перечислил на некий карточный счет задаток в размере 200 тысяч тенге. Получив деньги, лжепродавец перестал выходить на связь. Установлено, что задержанный был ранее судим за совершение аналогичного преступления. В настоящее время он находится под стражей. По факту проводится досудебное расследование. Полицейские предупреждают граждан быть бдительными при использовании интернет-платформ и не делать предоплату при покупке или аренде. Меф в особо крупном размере нашли в салоне авто жителя Шымкента. Ауди под управлением 40-летнего мужчины наркоборцы департамента полиции остановили в ходе проведения специальных мероприятий на территории Абайского района. При проверке в салоне автотранспорта оперативники обнаружили завернутый скотчем полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое является мефедроном весом 104 грамма. Установлено, что мужчина получал координаты мест, где спрятаны пакеты с наркотиками через интернет-мессенджер, расфасовывал их на разовые дозы и делал закладки. По факту полицейские начали досудебное расследование. Задержанный гражданин признан подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 «Быт наркотических средств в особо крупном размере» и водворен в изолятор временного содержания. Стражи порядка предупреждают, любое незаконное обращение с наркотическими средствами влечет за собой уголовную ответственность. Аружан Жаринбаев, Алмаз Данабекулы, новости.